вариант тэкдауна, когда пулем гарда, рука по диагонали забирает ворот, 4 пальца вовнутрь направляет. Вторая рука встречает татами, отбрасываем ноги. Раз. Тащим ворот по диагонали в подмышку. В одно движение разворачиваем ноги. Если я правой рукой взял ворот, значит правая нога стремится между ног. Вторая рука стремится под коленный сустав. Тащу ворот. Рука забирает колено. Пристаю. Закручиваю. Осуществляю тэкдаун. Еще раз. Забрал.